Здравствуйте, здравствуйте, это игра Клондайк. Итак, это наш новый временный остров. Это вторая часть. Это получается расчистка. Первая уже на канале. Так, надо помощь поставить. А то компаньон у меня все повыбивал. Пока я там чего-то думала. Все, помощь оказана стопроцентно. И теперь, чтобы она у него не сгорала, мы же этого не допустим, правильно? Надо что-то ставить. Ну, ставить будем не все подряд. 120 плюс. 115 успеем, если что, и потом. Кстати, хотела показать. У нас тут это бывает периодически на наших временных островах. Этот остров не исключение. Так, делаю на всякий случай 93. Ну, потому что я не уверена в их талантах, а таланты у них на этом острове. Ай-яй-яй, какие большие. Уже столько раз были сюрпризы с энергией, поэтому вот. Еще один тайничок с подарочком. Да, кстати, не забываем, если вы расчистили виноград, это не значит, что нужно прекращать его чистить. Он продолжает расти, и он вам еще пригодится. Поэтому собираем, сколько можем. Сколько не можем, тоже собираем. Так, видите, подарок довольно-таки большой. Ждем с энергию. Ну, немножко хотя бы так. Ну, таки немножко, не прям таки немножко. Очень много камней по 115 можно самостоятельно надкусить. Ой, стоять, это 22, по-моему, да? У меня что-то так подгуливает мышка. Раз, два. Раз, два. Не слушает меня вообще. Я себе отдельно играю, а мышка пошла себе гулять отдельно. Так, вот, подождите. Стоп. 4, 5, 6, 7. Тут у нас опять 22. Не, я, конечно, могла бы какой-нибудь там большой посмотреть, но я не вижу в этом смысла. Большой мне прекрасно справляется компаньон. Не будем ему мешать. Скажем так, раз, два. Тут у нас... Ой-ой-ой, тут у нас 93, я тут побежала опять. Пожадничала, скажу я вам. Так, 115 есть. 10, 15. И еще раз, два, три. И завязываем с этим, берем еще один 115 целиком. Убиваем, разбиваем, собираем. Так, что у нас тут? Я сейчас что-то не то стукну, нет? А, это не я. Все, нормально. А у меня есть? Ха. А у меня нет. Потому что компаньон все повыбивал. Какой хороший компаньон. Спасибо тебе. Так, кстати, строить будем что-то? Будем, но не сразу. На первый дом начало положено. Так, ладно, если нету, значит, не надо. Делаем 115 и не морочим голову. Может быть, где-то и есть. Я была, может быть, невнимательная. Ну все, даже если я была невнимательная, называется как? Правильно, проехали. 43. 93. Так, есть. Так, ладно. Продолжаем выбивать этот кусочек. Пару штук по 45. Я решила их убрать, чтобы они мне не мешались. Но потом можно все подряд убирать, скажем так. 40, 30 чем-то. Очень даже удобненько. Кстати, да, невнимательная я в уголочек пробралась. А когда выбивала лишнее, вон, раз 95, два 95. Ну ладно. Сама виновата, сама была невнимательная. Так что жаловаться не на кого. Вот знаете, единственное, что мне здесь не по приколу, как-то вот, это 65 деревца. Хотя, да, я могу о них там понадкусывать, сделать их по 60, а потом поубирать оптом. Ну, тоже как вариант. Ну, вот изначально, если прям так сразу хоп чистить, немножко так некомфортно, скажем так. А в этом куске, по-моему, я ищу эти
скажите мне, камни, да? Камни я пока больше не вижу сейчас. Я имею в виду камни для стройки. А явно на другой территории будет древесина для домиков. Мы что, с вами домики строим не как-нибудь. Мы тут домостройцы на этом острове. Не, ну, локация довольно-таки интересна. Хотя она, конечно, энергозатратна. Ну, подождите. А ну, расскажите, была хоть какая-то локация, которая была не затратна? Таких в принципе не было, правильно? Поэтому на это мы тут не грешим, не жалуемся. Я даже привыкла уже, что вот такие маленькие деревца, 55. Там какие-то чуть побольше, такие, 55. Вот, кстати, автомат нашла опять. Автомат. Что, будем выигрывать? Ну, 120 это тоже очень хорошо. Когда это мы от 120 отказывались? Никогда. Так, надо посмотреть, между прочим, что там у нас с помощью. Ага. Ну, компаньон поставил сейчас все 170-165. Мелкого нету, поэтому выбиваю по одной штучке. То когда было 120 и 170, нужно было сразу две выбивать. А теперь выбиваем по одной. Ой, Брюна. А у меня, по-моему, здесь травы, наверное, нету. Не, ну я, конечно, могу на тебя нажать, посмотреть. Хотя, скорее всего, придется везти в тебе травичку. А я не планировала домой. Не, она, конечно, может у меня постоять немножко, подумать. А можно на нее нажать и скажут, там бывает, травы нет. А, энергии даже нет. Хорошо, а если энергия есть, трава есть? Ну, я сомневаюсь просто. Да? Вилли. Честное слово. Я даже не знала, что у меня здесь трава есть. Ну, наверное, случайно наколотила, не заметила, да? Ну, такое тоже бывает. Ну, я 5.45. Делаем. Надо, кстати, что придумать для компаньона поставить. Потому что я поставила пару штук. Компаньону будет скучно. А компаньон никогда не должен скучать на вашей территории. Ему всегда должно быть есть чем заняться. Так, ладно. Я думаю, туда виноград поспел или нет. Я его так активно собираю. Я еще не знаю зачем, не смотрела. И в этот раз я поленилась опять зайти, скажите мне, в группу и почитать, чего привезти, чего не привезти. Я не знаю, странненькая, может быть, может, скажете, но я люблю сюрпризы. Поэтому... Так, курицы вам чего? Ага, тут тоже хватает бревна. Там бревна я еще, походу, не собирала. Ага, накопили, побежали. Так, уделяем внимание всему. Тут опять подарок. Брали, не брали, уже не помню. Наверное, не брали. Раз он особый, и наш так сильно особо ждет. Сыпет. А вот, видите, там тоже была трава. А вот чем я корову и накормила. Травой. Ты думаешь, откуда трава? Сто 88 радует. Так, теперь делаем умно, смотрим внимательно, не как в прошлый раз. Ага, сто я не раскопала, ладно, бывает. Чем могу сделать и 5, чтобы потом не морочить себе голову. Так, раз, два, три. Да я видела, что ничего она нажала. Неважно. Так, что у нас 177? Куда мы хотим это деть? А кто его знает? Так, у нас там есть где-то стол, чего-нибудь. Так, мне не нравится, как у меня мышка гуляет. Она самостоятельная. Я гуляю отдельно, мышка моя гуляет отдельно. Нажимает куда хочет.
Мышка, ты, наверное, интернет плохой. Возможно. Возможно, мышку надо поставить в угол. Так, в этом краю стоять. Вот в этом краю что у нас? Ага, 92. Что у нас? Раз, два, три, четыре. Короче, я не буду морочить ни себе, ни людям. Я этот камень уберу. Компаньону придумаю, что поставить другое потом. Так, 174. Ой, тут еще 120 можно какой-то кусануть, да? Ой, ну главное не перекусить, так как у меня мышка балованная. А это что? Раз, два. Ой, не буду я играться с этой мышкой. Иди сюда, девочка. Сразу уберем камень и все. И никаких балований. 6. Отлично. То сейчас начнет. Кручу, верчу. Мануть хочу. Так. 42. 43. 93. Брать. Этот на 100 сейчас разрою. Ставлю компаньону. Идемте в другую сторону. Там тоже много камней. Чего я тут среди этой травки гуляюсь, понимаете ли? Непонятно. Никто не знает. Я тоже не знаю. Так, компаньон. Я тебе тут подарочек подготовила. Камушек на 100. Ага, он все выбил. Видите, как я вовремя. Ну, прям вовремя. Побежала к компаньону, помогла. Заодно и подсмотрела, где у него там по 170. Решила. У него 170. Значит, у меня 170. Побегу-ка я ему помощь поставлю. Так что вот. Оптом. Принимайте. Я готова. Так. Ой, тут реально оптом. Смотрите. 120. 100. 20. 170. И что это? Ладно, это 100 я уже оставлю пока. Может, я еще 170 найду. Не будем, как говорится, ставить все подряд. Так. Поехали. Вот эти по 45. Убирать. Кстати, по процентам, обратите внимание, вроде так чистила. Нет, я не говорю, что я там провела ого-го сколько времени расчистки, но если честно, я думала, ну хотя бы процентов 40. Так, а глянула сейчас, а там только 28. Ну типа вообще ни о чем, ни о чем, ни о чем, ни о чем. Она. А на этой области мы убираем тыковки. А за тыковки что нам будет, кстати? В тыковках. Так, это мы должны приготовить торт еще. А насчет торта я даже не смотрела. Ага, тыковки. Это нам какой-то инструмент для строительства. Да, 5 штук. Ладно, убираем. Надеемся на инструмент. Кто не догадался, откуда падают вот эти вот наши нужные доски, это рябина. Вот такая вот красивая стоит у нас рябина. Мы ее убираем, и с нее сыпятся доски. Она идет по 35 ударов, вполне, в принципе, приемлемая. Не 40, не 45. Так что, да, досок надо много, не спорю, потому что много строим. Но, что маемо, то маемо. Так, поехали смотреть. Наверное, что-то одно уже можно построить. Я так думаю. Мышка опять подгуляла. Промазала. Так. Ух ты. Рабочие не требуются. Время, ну, скажите мне, 30. Плюс 22 часа, плюс 30 нефть.
Так, ну так я понимаю. Ой, а мне еще понравился вариант плюс 100. 8 часов. Ага, ну это дрожжи, это ограниченное количество. На это особо можно не рассчитывать. Нет, будет, конечно, но не прям. Ай-яй-яй, много. Так, рябина еще у нас в процессе. Я решила не идти дальше, а уделить внимание все-таки этой части острова. Ну, по одной простой причине, что здесь убрать все деревья и достроить все здания, чтобы посмотреть, что в каждом из них можно делать все-таки. Чем раньше построили, тем больше мы можем в них что-то делать. Все правильно, правильно. Поэтому сейчас бежим, будем строить. Я пока не вижу больше. Возможно, это уже все. Но кто его знает? Сейчас как раз вместе это и поймем. Так, принять, починить. Ну, какая красивая конструкция. Тут у нас рулетка. Кстати, за яйца. Где яйца берем, не спрашивайте. Но у меня есть еще 4 штуки. Это значит, что 4 раза я могу покрутить. Кстати, я так и не обратила внимания, бутылка выпала на какой? 100, на 20, на 10. Ну, керосин я уже заметила, 100. Так. Такое. Сейчас сразу откручу и знаю свои таланты. Сразу не покручу, потом так и не покручу. Ну, плюс 20. Так, еще разочек и заканчиваются наши яйца. Яйца нынче дефицит. Все, с яйцами разобрались, тут все. А тут у нас, оказывается, не все так радужно. С камнями. Где-то еще один камушек есть. Я так подозреваю, что на этой территории и вот скорее всего в этом углу, потому что этот угол единственный, который еще у туманчики, скажем так, не до конца расчищенный. Есть чем заняться. Ага. Ну, то, что деревья все, я была права, деревья уже закончились. Так, 47, а что-то я не вижу. А, все, вижу, вот он. 35, тихо-тихо, надо поесть. Ай, не успела, ничего, бывает. 47. Потом уже меньше. Так, и камушек недостающий для строительства нашего. 47 больше не надо, не? Ладно, нет, так нет, хорошо. Мы побежали тогда строиться. Летняя кухня. Ну, кухня, значит, будем готовить. Ага. Это было. Так, смотрим. Плюс 10, 30 минут. 2 часа плюс 25. Рыба по-скандинавски. 4. Что еще? Жгучая трава и мешочек тени. Ну, а видите, на виноградик это все рассчитано, на трава с этим. Вот куда виноградик идет. Да, потому что мешочек тени это довольно-таки неплохо, так же как и трава. Я, наверное, их и буду ставить. Только вот никак не могу решить, что мне больше хочется. Траву возить надо, а мешочек немой тени это прямо на домашнем острове делаете. Но за траву, по-моему, мы делаем тоже неплохо, подарок от сутки. Мы все понимаем, что винограда, допустим, тыковки на острове может быть только расти определенное количество. Поэтому, если мы не соберем, расти не будет. Расти не будет, делать будет нечего. Потому что, если вы обратили внимание,
пластыковки с виноградом, и потом делаем себе энергетики. В общем, наши буренки тут стоят, мечтая дать там сливок, которые мы будем потом использовать вот тут для приготовления фирменного торта. Один торт, всего один. Но коровок еще будет парочку как минимум, потому что сколько сливок? 6. По 3 сливки дает каждая коровка. Так что собирать еще и собирать. Ой, не забываем еще идти на тот край, где у нас там что-то растет. И смотрим на виноград. А, виноград вырос. Наверное, тыковка уже и выросла тоже. Ну, пока собираем виноград. И виноград. Тихо, не косим. Виноград. Ну, идем страну тыковок. А, и тыковки выросли тоже. Тыковка, тыковка раз, тыковка два, тыковка три. Вот так вот. Все помним, все собираем. Ничего не упускаем. Надо бы уже, наверное, начинать вывозить потихонечку с острова и вести мелкий энергетик, потому что как-то его так уже... Яблочек осталось... Было, короче, 7 тысяч, по-моему, я привозила. Осталось 800 яблок. С ума сойти. Это ж сколько я потратила. Я вроде все привезла. Надо, конечно, глянуть. Может, я еще не все привезла? Не могла сейчас столько уже потратить, ничего не расчистив. 39%. Хотя, кто его знает? Я, по-моему, тыковку нашла. Сейчас посмотрим. 40, 32. Точно тыковка. А в тыковке подарок, так что не спешим открывать. Ой, в общем, делаю я 93, начинаю вывозить, потому что надоело мне из энергетиков играть. Так, поехали. Смотрим, что там дает нам тыковка. Ну, на этом острове, я хочу сказать, вот таких мест, где всякие подарки, ну, довольно-таки прилично. В принципе, суть обновы мы с вами уже уловили. Обнова довольно-таки интересная, да, но если у вас не очень большой уровень, то вам, конечно, ее не пройти. Хотя можно первый раз заехать и чисто вот, как говорится, получить 150 энергии. Милый-милый бонус называется. Ну, а видео будем заканчивать. На этом все. До новых встреч.